Команда Булакина утром сообщила, что учителя и воспитатели, видимо, устали ждать и стали писать мэрии в соцсети с вопросами, где деньги. Город средства на авансы учителей и воспитателей собирает с двух бюджетов – своего и республиканского. Город авансы своим бюджетникам перечислил вовремя 22 ноября, а вот Серый дом – нет. Вовремя не пришла субвенция – 49 миллионов рублей. Сегодня Минфин эту задержку комментирует так. Не было бюджетных средств, но сегодня субвенция на зарплаты по образованию, то есть для сотрудников детских садов и школ, профинансированы. Поэтому в ближайшее время она будет выплачена. По прогнозам абаканской мэрии, в пятницу 29 ноября деньги начнут поступать на счета. Правительство задержку объяснило тем, что надо было выплатить сначала госдолг в 705 миллионов рублей. Как только деньги накопили и перевели, оплатили и долги по зарплатам. В целом по республике это 165 миллионов. Задержка зарплат – это только часть проблем с деньгами, говорит глава ОНЭ в Хакасии. В районах счета заблокированы на 515 миллионов рублей, а кредиторка перевалила за миллиард. В примере города мы вот можем видеть, что источник проблемы это вот лежит в исполнении республиканского бюджета. Корень сразу проблема видна, то что если мы посмотрим просроченную задолженность, кредиторскую задолженность республиканского бюджета, она у нас уже выросла до 5 миллиардов. Если мы посмотрим на исполнение бюджета, ну, в сравнении с прошлым годом, то доходная часть у нас просела на 3,6 миллиарда.